В доме у Ибрагим Хаджи работа кипит с восхода солнца. Для приготовления сладкого блюда нужны сахар, яичный белок, мыльный или сладковый корень. Кто и когда придумал нишало, до сих пор остается загадкой. Известно только, что рецепт сладости никогда не меняется. Посмотрите, как кипят корни. Отвар надо довести до цвета зеленого чая. Сейчас самый важный момент. Мы варим корень. У него нет запаха, но на вкус немного горчит. Зато когда блюдо будет готово, слаще него ничего не будет. Сладкой жизни Ибрагим Хаджа посвятил почти полвека. Многочисленные котлы стали неотъемлемой частью его большого двора. Воздушное кушанье требует особых правил приготовления. Основная операция – взбивание. В яичную пену медленно вливают отвар мыльного корня. Смесь тщательно взбивают до получения однородной массы. Работа не из легких. Отцу помогает сын. Литр отвара наливаем в казан, тихонечко вливаем масло так, чтобы ни в коем случае его капли ни разу не соприкоснулись со стенками котла. Иначе нишало не получится. Взбиваем смесь специальной палочкой шадой. Ее делают из прутьев альвы для придания нашему блюду особого вкуса. Этой взбивалке 40 лет, и она ни разу не ломалась. Пока женщины разжигают огонь, мужская половина семейства готовит сладкий сироп. 20 килограммов сахара варят в 4 литрах воды. Прежде нишало готовили только для больших торжеств. Когда я был маленький, всегда сидел рядом с отцом, помогал ему. В свое время на свадьбу дедушка водил и моего отца. Потом мой отец стал водить меня. Из-за того, что свадьбы стали меньше играть, люди практически перестали приглашать кондитеров. Все перешли на мед. После всех процедур сладость приобретает законченный вид. В горячем виде ее есть не рекомендуют. Настоящий вкус ощущается в охлажденном виде. Сейчас блюдо готово к продаже. Остывает оно не менее получаса. Для человека нишало очень полезен. Пока будет жив наш народ, нишало будет с нами. Священный пост Рамазан нишало – неотъемлемая часть рациона верующих. Принято считать, что в названии сладости заложено имя Бога. Центральный рынок Паншанбе – это место, где среди конфет и выпечки можно найти традиционные сладости – таджикскую халву, парварда, набат и нишало. Нишало был в свое время самым популярным блюдом у таджиков и узбеков. Без него не проходило ни одно торжество. Раньше на нашем базаре торговали более 200 кондитеров, но сегодня их осталось не больше 10. Видимо, люди стали жить лучше, поэтому нишало покупать перестали. Теперь на стол ставят мед и каймак. Верующие не приступают к вечерней трапезе без этого блюда. Чистейшая родниковая вода, теплый климат, лучшие ингредиенты. Только в древнем Худжанде готовят настоящий нишало. Мастера нишало живут в основном в Худжанде. К нам приезжают поучиться кондитеры из других районов. Мы всех учим. Это раньше мастера держали рецепт в секрете и передавали его только своим преемникам. А теперь секретов из ремесла мы не делаем. И все равно приезжают покупать нишало именно к нам. В селах Таджикистана в каждом доме найдется баночка нишало. Эту сладость любят и дети, и взрослые. Она обладает целебными свойствами, поддерживает тонус. Но самое главное – заряжает энергией, которая пропитана утренним солнцем и теплыми руками мастера.